Гостеприимная Италия приняла тысячи украинцев, которые вынуждены были бежать от войны из родной Украины. В солнечный городок Пинетта переехала и многодетная семья Евгении Вернигор из Харькова. Мама троих детей поделилась с нами своей историей войны. Евгения показывает нам просторный двухкомнатный номер в отеле, в котором сейчас живет ее многодетная семья. Знакомит с детьми. Здравствуйте. Здравствуйте. Играем в постели. Играем в генетический песок. Хочу вернуться домой. А я хочу в детский сад. Ну, у меня друг остался в Харькове, и рассказывает, что, ну, бывает, бахает, но особо ничего не изменилось. Многодетная мама очень благодарна итальянцам, которые приняли их, незнакомых людей, как родных. Дуже-дуже доброзичливые, да ни в чем нам не отказывали. Всегда, что бы мы просили, всегда, пожалуйста. Что касаемо детей, тоже как бы все мелочи, все какие-то, все просьбы, всегда пожалуйста. Украинцы у нас хлебосольные, так, ну и итальянцы тоже. Нравится тебе в Италии? Угу. Что тебе тут больше всего нравится? Италия. А что в Италии нравится? Карла Мария. Карла очень вкусные супы подает, да? Угу. Муж работает, муж расстроился на работу. Строителем. Молодец, подсказал, строителем. Настроение Евгении резко меняется, когда она вспоминает родной Харьков и близких людей, которые до сих пор вынуждены жить под бомбежками. Мы по новой сам все обстреливают Харьков каждый день. Там стараешься не читать эти новости. Это не получается. Все равно проходит время, все равно ты смотришь, все равно читаешь. Это очень плохо, это очень страшно. Я скучаю все равно за бабушку. За бабушку? Ну, конечно, скучаю за бабушку. Мама моя осталась, сестра осталась одна с детьми. Мы не стали, не захотели уезжать. Вспоминаю Харьков. Сразу домой хочется. Многодетная мама надеется, что ее семья сможет вернуться в любимый Харьков, который обязательно будет восстановлен. Мы жили в очень развитой стране, очень культурной стране. У нас все настолько развито, все настолько, ну, вот сейчас ты понимаешь, что все для людей. У меня вот сравнение по Харькову, какой он красивый, и как он преобразился, что, ну, Харьков — это, наверное, любовь навсегда. Это, наверное, родина, а то, что называется родиной.